Всем привет! Так получилось, что ко мне случайно попал в руки скульпт, покрашенный мастером G-Art. Это автор новый, делает кастомные головы, продает достаточно бюджетный ценник, ну и, соответственно, неплохая покраска. Собственно, я хотел вам показать одну из голов, который подготовил непосредственно и продал G-Art. Оригинал – это оригинальная голова от компании Trezera, которую Джард перекрасил. Ну, что хотел бы сказать, да, то есть вот это уже перекрашенная голова, которая попала ко мне в руки. Во-первых, очень качественно сделан перекрас, как мы видим, да, то есть там очень хорошо, грамотно нарисована перхоть, которая в волосах появилась у Рика Граймса. Вот, волосы сделаны сальные, очень сальный, да, то есть видно, что он давно-давно не мылся, возможно, даже возился где-то, полз по канаве в грязи, и эта грязь вот забила явно волосы и не дает, так сказать, им пробиться. Вот очень-очень натурально получилось, признаю, ну просто вот, да, ну борода, опять же, да, то есть он полз по грязи, поэтому вся борода, то есть вся структура бороды, фактура, она забилась, да, мы видим просто вот один слой грязи, который на месте бороды усов образовался. Также вполне возможно, он проползал через какое-то меловое препятствие и уперся головой, знаете, вот так вот как-то уперся головой, и вот это меловое препятствие, возможно, не знаю, там, оно отпечаталось у него на бровях, да. Вот. Но вообще очень достойная работа, так сказать, и успехов творческих G-Art'у. Буду с нетерпением ждать его следующих работ по покраске. Я слышал, у него недавно выходит новый скульпт Рика Граймса. Также, так сказать, он занимается активно выпуском скульпта Ди Каприо, который тоже продают. Поэтому удачи, удачи, спасибо за внимание. G-Art навеки.